Всем привет! Сегодня воскресенье, 23 августа. Решила снять деревенский влог. Утро-то у меня началось хорошо, в 7 часов утра. Я для вас сняла быстрый и очень легкий рецепт приготовления перца на зиму. И все. И день у меня пошел не по плану, потому что пришли рабочие, строители, было шумно, было людно и, конечно, не до съемок. Поэтому сейчас уже 4 часа. Я занимаюсь цветником. Цветник этот создавался в этом году с нуля. И, в общем, у меня здесь работа. Хочу вам показать, что делаю. Во-первых, я занимаюсь лавандой, обрезаю сухие соцветия. Здесь по краю у меня овсеница голубая высажена, выращивала из семян. Смотрите, она уже сомкнулась, расстояние было сантиметров 25-30 между кустиками. А здесь уже по краю волной у меня идет лаванда. Здесь буквально 4 куста. Я ее выращивала из семян в прошлом году. И уже сюда я пересаживала в мае. Это лаванда узколистная, называется «Голубой простор». Вот я здесь ее подрезаю в плане того, что убираю сухие соцветия. Расстояние между кустами было в 40-45 сантиметров. И смотрите, она уже сомкнулась. Четвертый куст. Здесь лаванда узколистная, это белая, называется «Снежный иней» от Биотехники. Семена вот в таком пакетике, 15 штук. В принципе, она неплохо взошла. И здесь пишут, что это необычная форма лаванды с белыми мелкими соцветиями, как снежный иней, собраны в колосовидные соцветия. Высота 25-30 сантиметров. Вот такая белоснежная лаванда. Давайте посмотрим с вами соцветия, какие они по итогу-то выросли. Вот. Сейчас несколько рассмотрим, как они выглядят. Надо фокус поймать. Вот такая белоснежная лаванда от Биотехники. Видите, да? Не особо она белого цвета. То есть лепестки у нее внутри, они белые. Желтая тычинка и край лепестков светло-светло-сиреневого такого цвета. Ну, допустим, другое соцветие. Вот. Я не скажу, что она некрасивого цвета, такая она нежная, все. Она пахнет, как обычная лаванда, да, узколистная. Но я все-таки, да, хотела бы, чтобы цвет-то был белый, как нарисовано и как заявлено на пакетике фирмы Биотехника. Но она совершенно не белая, я вам показываю, потому что если вы захотите тоже вырастить белую лаванду, чтобы вы знали. Это соцветие более белого цвета, но она не чисто белая. Я не знаю, на камеру как-то не особо показывает, но самые молодые цветочки, они более яркие. Потом они вот выцветают. Видите, это уже такие старенькие цветочки, они более белого цвета. Вот. Распускается соцветие очень долго. Долго она держит бутоны. Вот. Ну, видно, что она не белоснежного. Так что, кто захочет вырастить белую лаванду, знайте, что она не чисто белого цвета. Но цвет красивый, как бы я не жалею, что я вырастила ее. Вот так вот, видите, бывает. Так, здесь у меня лаванда, 4 куста. Тоже обрезаю, видите, соцветия уже сухие. Эта лаванда я выращивала в прошлом году из семян. Это немецкая линия, сорт называется Mantid Strain. Самая моя любимая лаванда, потому что у нее цвет просто изумительный. Ни у одной лаванды, сколько я выращивала сортов, нет такого цвета, как именно у этого сорта. Невероятный цвет. Яркие, когда сейчас просто уже солнышко здесь село, когда днем падает солнце, это просто... Очень красиво смотрится в сухих букетах именно вот этот сорт, потому что он вот этот цвет свой яркий не теряет. Но это если правильно вы высушите, это понятное дело. Вот они, соцветия, они такие, ножка, стебель у нее не такой длинный, как у, допустим, предыдущей лаванды. Она такая приземистая, сами кусты шаровидные формы. Расстояние здесь было тоже примерно 40-45 сантиметров, и она уже сомкнулась, образовала вот такую подушку красивую.
Я вообще обожаю лаванду. И еще лаванда у меня есть. Тоже она такая обычная, узколистная, как по типу голубой инии. Всю, у меня вся лаванда здесь выращена из семян. Единственное, я в этом году выращивала, просто собирала такие сухоцветы, да, и был клочок земли, я просто посеяла ее, и она у меня взошла. Я сейчас ее рассадила в горшки, я вам сейчас чуть попозже покажу, что получилось. Это та лаванда у меня в горшочках, это на продажу. А еще я вам сегодня хотела показать свои гортензии, как, потому что они уже сезонные. Цвести и покажу вам, как выглядят все высадки в этом цветнике, конечно, это этого года. Первый сорт я покупала как ванила фрайс, но я думаю, что это чисто пересорт. Вот посмотрите, вот ванила фрайс или нет, я думаю, что если смотреть на соцветие, это не ванила. Они более рыхлые, не такой конической формы, как заявлено, да, в характеристике. Они более, видите, круглые. Я вам сейчас мельбу фрайс покажу и сравним. Мельба фрайс по характеристике пишет, что это как бы улучшенная ванила фрайс. Ну вот, соцветие не ванилы, это мне это кажется, что нет. Я думаю, что это пересорт. Все гортензии, все хвойные растения, рододендроны я сажала по одному методу. Я брала примерно все в равных количествах. На дно засыпала дренаж в виде крупного щебня, но не для всех растений, по надобности. Затем у меня идет торф кислый, агробалт, а потом перепревшая древесина хвойных деревьев я собирала в лесу, и хвойный опад. Все это смешивалось, также с моей родной землей, у меня суглинок. Все засыпалось в посадочную яму, и я высаживала все перечисленные мной сейчас растения. Вот такая у меня посадка. В общем, первый сорт – это ванила фрайс. Дальше. У этой же фирмы я покупала 4 гортензии. Первая ванила – это сорт Limelight. Очень долго выходил из зимы. Прям я думала, что все, он у меня погибнет. Набирает бутон. Не знаю, увижу я цветение в этом году или нет. Но, слава богу, он нормально вырос. Все с ним хорошо. Посмотрим, будет пересорт у этой гортензии или нет. А это вот третья гортензия, которая в этой фирме покупалась. Это как раз вот фрайс мельба. Она очень похожа на ванилу. Вот, видите, это соцветие ее. Здесь я в этом сорте уверена. Вот. Они такие более конические, такие набитые. Вот так. А там, ну, совершенно не то. Совершенно не то. Хотя, не знаю, может быть, на следующий год посмотреть, она, возможно, себя ведет так, потому что я ее только высадила в этом году, не знаю. Вот. Какие красивые соцветия. Уже розовеет. Как-то перепутать я не могла, потому что они, видите, у меня все подписанные. Так. Четвертая гортензия с этой фирмы. Это Polar Bear. Бутоны она не набивает, конечно, очень жалко. Мне интересно, будет здесь пересорт или нет, потому что эту гортензию я очень хотела. Она очень красивая, но тоже очень долго выходила из зимы. Ну, растет. Это хорошо. Следующая гортензия. Древовидная. Аннабель Стронг. Вот такая красавица. Смотрите, какие соцветия. Уже все, она наполовину сухоцвет. Я буду срезать, хочу поставить в вазу. Такие мощные. Растение большое. Я именно хотела большое. И растение, знаете, я покупала две гортензии. Вот, в частности, эту древовидную Annabelle Strong. Именно с холодильника, с оригинальной этикеткой. Не хотела себе пересорт, потому что могут продать просто Annabelle. А я хотела Annabelle Strong. Это улучшенная Annabelle. Она очень хорошо держит и соцветие. Она не разваливается. Ветра, ураганы, она все равно держит вот такую свою форму. Поэтому купила подороже, но я знаю точно, что это Annabelle Strong. Я ее буду черенковать. Вот мелкотня такая. Конечно, обрежу ее, но все как надо.
Вот как раз это вторая гортензия, фантом, которую я покупала из холодильников, именно которые привезли привозные, да, не черенкованные, не местного производства, так сказать. Вот такой фантом. Громадные соцветия тоже, видите, уже начинается сухоцвет, потому что дожди, холодная погода и туманы. Поэтому такая она уже розовеет. Соцветия недолго постояли, такие, знаете, белоснежно-красивые. Куст уже большой. Фантом красивая гортензия, мне очень нравится. Какие сейчас дальше вам изменения покажу. Смотрите, как разрослась ромашка, насеяла здесь просто все-все в ромашке. Вот так вот. Это тыква декоративная. Конечно, она здесь посажена временно, потому что мне ее некуда было положить. И вот такие тыквочки красивые. Смотрите. Какая красота. Я их скоро буду снимать. Я расскажу вам о тыкве, потому что все, она уже готова. Я расскажу, как я определяю, что тыква поспела, ее нужно снимать. Вот такие шапочки. Ой, такая красивая вообще. Зацвел наконец-таки княжик. Я в этом году купила 3 сорта княжика с рук. Женщина продавала, она живет в Москве и там дома в квартире у себя занимается черенкованием и купила 3 княжика. В общем, фиолетовые, розовые и белые. Купила, я вам скажу, что, как сказать, в хорошем, не в хорошем состоянии. В общем, в среднем состоянии, думала, не выкарабкается. Он так у меня долго болел, вы не представляете. Он стоял, просто молчал, без движения. Ну все, я увидела, что он пошел, даже вот дал мне первые вот эти вот свои цветочки. Просто палочка пока стоит, но здесь будет опора. Я знаю, что какая должна быть у меня опора, но мне ее нужно, чтобы сварили. Белый и розовый княжик у меня еще не зацвели, но они такого же размера. В следующем году весной поставлю опоры, и будет очень все красиво. Так, ну здесь без изменений в этом углу. Скальный можжевельник Blue Arrow. Дал уже, смотрите, какой прирост. Вот эта макушка, вот эти вот, это все прирост уже этого года. Значит, прижился, все хорошо. Это мискантус. Смотрите, какой он громадный стал. Был такой малыш-малыш, я покупала в частной коллекции. Его даже из земли было не видно, просто корневище. Вот такой вот уже, ну, с меня ростом, ну, чуть меньше, ну, 1,5 метра здесь будет. Тоже Blue Arrow, вот они. Приросты хорошие дал. Эти подсолнухи. Разочарована я в этих карликовых подсолнухах. И знаете почему? Во-первых, мало того, что не получилось то, что я хотела их вырастить в кашпо, как на картинке. Мало земли все равно. Так еще плохо тем, что он шапочку свою наклоняет вниз. Он не как подсолнухи все высокорослые направлено вверх и крутится за солнышком, да? Он сразу растет, шапочку опускает вниз, и подсолнух-то и не видно, понимаете? И смысл смотреть на вот эту зелень, когда я не вижу вот эту всю красоту. Он все вот эти вот, видите, все шапочки, они все опущены вниз. Ну и что это такое? Вообще разочарована в карликовых подсолнухах. Сажать больше не буду. Тоже Blue Arrow. Вот он, прирост. Отлично себя чувствует, замечательно. Так, какие теперь показываю у меня изменения? Горная сосна, которая росла возле ванилы Фрайс, если вы помните, я вам показывала, горная сосна стелющаяся. Я ее оттуда убрала, потому что она там, вы знаете, она там мешалась. Я выкопала большой ком земли с корнями, сделала хорошую здесь, заправила, ну, как обычно, посадочную яму и высадила сюда вот сосну. Это было, наверное, 2 недели назад, и все замечательно прижилось. Поэтому хотите пересадить? Пересаживайте и летом, и осенью, и весной. Здесь самый главный момент, что если вы выкапываете растение свое из открытого грунта, пересаживайте его прямо вот сразу, мгновенно, чтобы растение, так сказать, и не почувствовало эту пересадку. И с большим комом земли. Рододендрон, гаага,
Смотрите, упустил еще он прирост, и вот эти листы. Здесь еще почка, здесь три почки листовых. И вот этот прирост, вот он, вот это все, это прирост этого года. Покупала я вот с такими нижними листочками. Был совсем кроха. Смотрите, как здорово растет. Гладиолусы. Я их показывала в Инстаграм. Смотрите, какие они белоснежные. Очень-очень крупные. Больше спичечного коробка. Один цветок. Вот он. Один только цветок. Высадила. Получилось, что два белых. Надо это будет убрать. В высокие горшки я их вкопала, прикрыла, чтобы не сохла земля. Подвязала к палочкам. И такая у меня теперь красота. Это гладиолусы от моего зрителя. Смотрите, здесь какая красота. Это морозник абхазский. Дает такие листочки уже два. Они выходят прям из корня. Вот один обломался здесь. Котята у меня играются. Все цветы пообломали. Это вечно зеленый многолетник. Цветет красивыми мраморными цветочками. И наконец-таки он выгнал мне листочки дополнительные. Потому что уже котята играются с ним. И куры разгребли тоже. Бедный еле выкарабкался. Помните, это лиственница Стив Випер. Вот такая она уже красавица. Если кто видел мой обзор растений, которые я покупала, какая она была малютка и какой теперь уже, вот она, красивое дерево. Хочу вам показать. Вот. Это прирост этого года. Отсюда до сюда. Здесь сантиметров 45. Это прирост. Его сразу видно. Он такой светлый, видите? Вот отсюда и до сюда. И здесь уже такой прирост дает. Очень красиво, мне нравится. Видите, и боковые уже он здесь дает. Это все косы, это прирост этого года. Красивые лестницы, мне очень нравятся. Так, что у меня здесь еще появилось? Если кто смотрел мои первые видео о цветнике, как он создавался, то я здесь высаживала два куста пиона. Пионы, сразу скажу, я не люблю, они меня не любят, посадила, просто жалко было выбросить. Но они мне мозолили глаза, я не могла на них смотреть. Вот не хочу и все, поэтому я их отсюда убрала. Высадила горную стелющую такую же сосну, как я вам показывала. Она росла у меня, если видите, вот между лавандой отверстие, промежуток такой. Вот она как раз там и росла. Поэтому я оттуда ее выкопала, она уже потерялась там в лаванде. И пересадила ее вот сюда. Тоже с большим кумом земли. Хорошо заправила яму и посадила. И она себя замечательно чувствует. Тоже это недели две назад, может чуть больше. А вместо второго пиона я посадила гортензию. А это метельчатая. Сорт называется Skyfall. Нравится мне эта гортензия, потому что у нее очень интересные цветочки. Вот. Хочу сказать, что я его, эту гортензию, этот куст, да, недорого купила. И поэтому, видите, гортензия не лучшего качества, потому что обрезка здесь просто ужасная. Смотрите, вот. А ветка, да, она полностью наклонена в эту сторону. Мне ее придется вырезать полностью, потому что уже не исправить ее состояние. И здесь нужно будет все повырезать, пообрезать. Обрезка, в общем, ужасная, честно сказать. Я уже думаю, не зря ли я ее купила. Может быть, нужно было добавить денег и купить уже более нормальное растение. Но я, знаете, как я решила? Я ее поправлю. Попробую выправить с помощью обрезки. Сформирую, я думаю, будет все хорошо. Дальше у меня также расцвели еще один горшок. Это гладиолусы. Такой гладиолус был. Черничный такой. Чернильный цвет такой красивый. Очень красиво было. Тоже отцветает, но там еще выгнал стрелку. И еще у меня цвет, это такой оранжево-желтый, тоже очень-очень, ой, очень красивые.
ни капельки не жалею, что я высадила в горшки, вкопала их. И знаете, для меня что было самое главное, чтобы мне, когда выкапывать эти луковицы, чтобы мне здесь не рыть землю, потому что она у меня здесь замульчирована большим слоем перепревшей конской подстилки, еще здесь кора, и если еще здесь копать лопатой, все это разрывать, мне неудобно. В общем, высадила в горшки высокие и не пожалела. Здорово получается, мне нравится, понравилось. Это розы на штамбе. Вот видите, у розы на штамбе, вот на этом масломасляном, на этом штамбе просыпаются вот эти почки. Дикие, да, шиповничные эти. Я их как раз, все-все эти веточки, все убираю, все эти приросты. А здесь уже на прививке розы. Здесь два сорта. Я как-то показывала рыжие такие цветочки, розочки, набитые мелкие. И вот этот сорт, я этот знаю, сорт это Red Berlin. Вот. Нападает на пало мучнистая роса, если вот ее видно, я думаю, даже издалека, потому что туманы. Очень сыро, очень холодно, и туманы, и все. Розы, за что не люблю, так они вот болеют этой тлей и мучнистой росой. Вот, по крайней мере, так у меня. Я уже обработала, сейчас покажу, каким средством. Ну, надо будет еще один раз обработать. Вот такая роза. Роза красивая, мне на штамбе она нравится. Вот видите, вот как раз, вот она, мучнистая роса. Неприятное заболевание, но что делать. Так, и здесь у меня еще одна роза, это из горшочка. Подарена на 8 марта. Ой, как она долго держит бутоны. Невероятно. Я еще ни одного... Она цветет уже давно. И я еще ни одного, ни одной розы не срезала. То есть она вот прям вообще как будто не живая такая. Знаете, очень долго. Вот, видите, мучнистая роса. Надо будет вот это срезать цветок. Вот так она выглядит. И листочки, вот они. В общем, завтра, наверное, я еще раз обработаю, потому что вот с одного раза не помогло. Неприятное заболевание. Смотрите, как разросся. Это ползучий чабрец. Такие уже скоро соединятся. Хотя высаживала прям небольшие такие куртиночки. Соединятся, и будет такая подушка овсяница. Ой, как мне понравилось это растение. Я выращивала семян. Вообще, я в этом году тоже, в следующем году тоже буду выращивать из семян. Довольно-таки неплохо она всходит. И я хочу ее посадить в миксе в кашпо. Я думаю, будет она очень хорошо смотреться с красной пеларгонией. Смотрите, овсяница такого цвета голубовато, да, сизо-голубой, и красная роза. И вместо розы, если представить, будет красная пеларгония, это очень красиво будет в кашпо. А потом я осенью из кашпо вытащу и высажу уже в открытый грунт. Вот как раз, сейчас вам покажу, красная пеларгония, вот. И будет внизу в ногах, да, овсяница у нее сидеть, очень красиво. Петуни все убрала, видите, уже нет, это прям остаток, горшок стоит. Там у меня где? Ага, фуксия. Там еще одна фуксия. В общем, цветов там у меня немного, но и хорошо, потому что скоро уезжать в отпуск. Кто за цветами этими будет следить, особенно за петуни. Она в этом году очень быстро, между прочим, у меня сошла. Видите, я намыла уже горшки, потому что я всю петуни уже убрала. Так, что я еще делаю? Соцветия срезаю сегодня. Сегодня же хочу подкормить все растения биогумусом. Это мой биогумус, его производят мои черви-старатели. Давно, между прочим, я не снимала видео о своих червях. Ну, в принципе, что и снимать, я уже, мне кажется, все, что могла, показала. У меня плейлист есть «Обретение зеленого пальца». Кому интересна эта тема, зайдите, посмотрите. И биогумус я подкладываю по 2-3 горсти под каждое растение. Кто меня смотрит, знает, что я не пользуюсь минеральными удобрениями. Все, что здесь высажено, без добавления минеральных удобрений. Я не применяю вообще минеральные удобрения ни в кашпо, ни в цветочных культурах, ни тем более в овощных или в садовых. Я все держу на биогумусе. Для этого я заводила червей старателей.
старатели. В общем, все-все здесь посажено без минералки. Хорошо заправлена посадочная яма. Что еще нужно? Там у меня все по-прежнему. Я вторую часть цветника как-нибудь покажу в другом уже видео, потому что очень долго все получится. Что еще хочу вам показать? А, еще я вам покажу, что привезла конскую подстилку. Пару недель назад нам привезли конскую подстилку. Здесь КамАЗ, но уже меньше, потому что мы ее сейчас раскладываем по мешкам. Это удобно и в хранении, и в дальнейшем использовании. Чтобы нам в зиму эту кучу не оставлять, потому что здесь вход, здесь куча, не очень красиво. Зрительница канала в комментариях мне спросила, она тоже завезла сейчас конскую подстилку и спрашивала, можно ли сейчас ее использовать как мульчу там, в цветнике или в огороде. Я хочу сказать так, что я использую, но здесь нужно смотреть, в каком состоянии вам привезли эту конскую подстилку. Есть свежая, она такая более светлая, вот от лошадей почистили, вам привезли, да? А есть лёженая, вот она лежит там на ипподроме, и год может пролежать, да, и полгода, и вам ее привезут. Она такая, видите, тёмно-коричнево-чёрного цвета. Это уже лёженая подстилка, но она все равно горит. А вот свежая, она очень сильно горит. Я ее использую также и сейчас и в цветнике, и рассадила уже, которую усила клубнику, я ее уже рассадила в новые грядки, я ее тоже замульчировала именно вот этой конской подстилкой. Только я делаю, знаете как, во-первых, тонкий слой, чтобы растения не сгорели, и где растения, я оставляю голый приствольный круг, чтобы именно листья у клубники, допустим, не подгорели. Также делаю в цветнике. Если вы заметили, что цветник, вот который я показывала сейчас на фасаде, возле, вдоль фасада дома, все-таки подойду к цветнику и скажу, как я сделала. Смотрите, у меня здесь уже был приличный слой конской подстилки, но я добавила еще и засыпала всю корой. Вот так. Это чтобы именно обогатить почву, да, потому что у меня очень и очень тяжелый суглинок, и я постоянно вношу органику, так как я уже сказала, что минеральными удобрениями не пользуюсь, и чтобы улучшить структуру земли, мне нужно сюда вносить очень много органики, поэтому получился довольно-таки приличный слой конской подстилки, сверху кора, чтобы улучшить почву и чтобы сдержать рост травы, потому что здесь вот такая трава сорная, особенно пырей. То, что здесь перекапывалось все вручную и каждый корешок вытаскивался, это понятное дело, но трава все равно будет расти, пока у меня здесь очень маленькие растения. Мне нужно ждать, чтобы растения все разрослись, чтобы закрыть голую землю. Земля не должна оставаться голой, но я так считаю, потому что, допустим, у меня мама совершенно другого мнения. Мы с ней по-разному выращиваем овощи, цветы и так далее. Она считает, что земля должна быть черной. То есть открытая, черная, красивая земля, без мусора, без листочков, без иголочек, без ничего. Вплоть до, что даже там чуть-чуть подвинник даже выметает. Вот, ну вот так вот она. А я все, что есть, все, что возможно, чем можно прикрыть голую землю, я все-все закрываю. Вот так. Если вы заметили, здесь у меня практически нет травы. Это не потому, что я сейчас, вот, чтобы снять для вас видео, здесь все почистила, все сделала, вот как есть. Я только полила, вот сегодня, если вот видно, и все. Больше я ничего не делаю. Вот занимаюсь я лавандой. Трава вот так, где, кое-где она, конечно, вот здесь, вот видите, вот там травинка, вон там травиночка, она проскакивает. Здесь ничего не поделаешь, но в принципе трава не растет. И все замечательно, потому что, чтобы, знаете как, чтобы обработать всю, весь этот цветник мой, а я вам говорила, здесь цветник у меня практически 2 сотки до, от того забора, от столба, да, и вот заканчивая вот этим всем, это все цветник. И представьте, чтобы мне руками выполоть вот такую территорию. Да здесь надо на этом цветнике и спать, и есть, понимаете? Я любыми средствами, да, сдерживаю рост травы, потому что мне травой
заниматься некогда. Вот видите, она растет, ну и смотрите, с какой легкостью она выходит, эта трава. Это потому что здесь приличный слой конской подстилки. И это действительно, она работает. Она работает. Вот здесь травка, да? Вот вылазит, вот она. Ну никуда не деться, что поделаешь. Вот она. Потому что здесь у меня нету укрывных материалов никаких, чтобы сдерживать, да, рост травы. Здесь голая земля, на которую я покрыла конской подстилкой. Все. Это у меня, я уже показывала, это ромашка разрастает. Смотрите, какое чудо. Бадан повторно зацвел. Этот бадан у меня весной, он же весной цветет такой, знаешь, прям ранней-ранней весной. Это как первые цветочки у меня были. Я его рассадила со старого там прикопа. А вот он пошел и второй раз зацвел. В конце августа, да, грубо говоря. Вот. И здесь все цветут, смотрите. Хорошо принялся, видите, довольно-таки. Вот травинка растет. Ну, все это вот, все, раз-раз и вырвал. Очень легко все. У меня закрыто материалом только, сейчас вам покажу, вот эта часть цветника, вот та. Вот начиная, где розарий заканчивается, вот так. Там все закрыто. Потому что там травище было, вы не представляете, по колено. Поэтому вот второй как раз мой княжик. Я еще не знаю, какого цвета, но, по-моему, я бутончики видела. Нет, что-то путаю, нету бутончиков. Вот такой княжик. А знаете, какую хочу опору, чтобы не сварили? Не знаю, у меня выдумок там много, просто кто бы это все делал. Чтобы она была металлическая, две ноги, были палочки такие, может быть, или завитушки между ними, да, чтобы как скрепление. И чтобы вот эта опора, она была, знаете, как не спадающий, как фонтан, вот так, понимаете, вот так. И чтобы я княжек вела, вот, и он спадал вот таким фонтаном. Представляете, как красиво будет. Вот здесь у вас. Так, и еще хочу вам показать лаванду в горшочках, как я ее размножаю, как она сейчас выглядит на данный момент. Это лаванда этого года. Я ее рассадила в горшки. Горшки разные, разноплановые. Есть вот такие побольше, есть поменьше. Между прочим, нужно полить, что-то пересохла земля. Знаете, как делала? Вот так срезала соцветие. Была у меня грядка, я просто на грядку посеяла семена. Вот она у меня выросла, и я рассадила ее по горшочкам. Вот так. Это лаванда на продажу. Если что-то останется у меня, то я хочу сделать такой цветничок там 2 на 2 и высадить лаванду, чтобы у меня было прям клумба только лаванды, чтобы такой прям ковер был, цвел. Здесь у меня заусила, это, как она называется, копчиха. Вот они уже готовые тоже. Здесь мицешиндлер у меня. Вот, как я уже рассказала, видите, это Азия, сорт Азия. Вот, высадила ее, замульчировала конской подстилкой, если вы видите. Солнышко светит, наверное, плохо видно. Вот это моя рассада. Усила ее в начале августа, мне кажется. Так она хорошо выглядит. Я рассадила еще две грядки. Всего у меня клубники получилось 5 грядок. Ну вот как раз я вам покажу это прошлогодние грядки. Я ее почистила, убрала всю старую листву, где были пятнышки, где что. Это вот ремонтантный сорт. Надо посмотреть, как называется, я забыла. Он до сих пор, вот видите, Дим, ребенок уже собрал ее. Вот, вот такая клубничка. Вот видите, она вся цветет. Вот она. Это у меня один ремонтантный сорт. Кусты, видите, очень хорошо все выглядят, потому что я убрала все усы, всю почистила ее, все сделала. Она вся здоровая, нету никакой больной листвы. Я не спиливаю, вот она, видите, клубничка. Я не спиливаю все усы, как некоторые делают, что оставляют только сердечко и все. Вот, смотрите, это все крупноплодная земляника в хорошем состоянии, вся здоровая. Красивая. Вот она. Это ремонтантный сорт. А, нет, у меня два сорта, я вас обманула. Такая крупная, надо посмотреть, не помню.
А это в прошлом году я выращивала семян, это сорт искушения. Якобы крупноплодная, но не очень-то она похожа. Давайте я уж здесь рядом вам покажу. Это, как же она называется-то? Живика. Сорт называется Осейдж. Это ремонтантный сорт, без шипы. Этот сорт считается один из самых сладких. Вот жду, когда поспеет. Вот, видите, плодоножка одна осталась. Думаю, ну все, поспеет, я ее попробую. Птицы склевали. Вот видите как. Это первые ее сигнальные ягоды. Я ее высаживала, вот не помню, или в этом году, или в прошлом. Мне кажется, в этом году я ее высаживала. Так, продолжаю. Меня отвлекли. В общем, ягоду Осейдж мы еще не попробовали. Это первые сигнальные ягоды. Так, и второй сорт у меня «Небеса могут подождать» растет. Тоже первый год. Вот они, сигнальные ягодки, еще не пробовали. Но ее поменьше, чем Осейджа. Вот. Жду, когда поспеет. Я уже ее поставила на укоренение. Буквально по 2 горшка каждого сорта тоже нужно полить. 2 дня солнца. Высокие горшки такие. Вот я ее уже сделала. 4 горшка. Вот здесь, здесь и вон там горшок еще. Сейчас буду поливать. Хочу показать вам еще капусту. Капуста в этом году очень сильно покусана. Очень сильно. Я ее ничем не обрабатывала, ничем не брызгала. Ну, кочаны нормальные. Такие, это мегатон. Такие уже большие, крупные довольно-таки. Всю раннюю капусту я уже сняла. Это поздняя капуста линокс. Поменьше. Здесь высадила подсолнухи. Вот этот подсолнух, это, по-моему, сорт цыган или как там называется, уж не помню. Так как я не высокие, больше 2 метров точно, наверное, 3 метра. Я их больше сажать не буду, потому что очень высокие. Чтобы посмотреть красоту, мне нужно поднимать голову. Я так не люблю. А вот этот подсолнух я уже высаживаю 2-й год. И он мне очень нравится. Он около 2 метров. И прям вот, грубо говоря, на уровне глаз, да? Он невысокий. Много дает вот таких маленьких побегов, да, из пазух. Красивые. Они такие плотные, как солнышко. На следующий год я тоже его посажу. Название напишу, не помню там. Здесь же у меня бархатцы. В общем, такие подсолнухи. Подсолнухи я люблю. Но вот не все сорта. Я разные-разные каждый год высаживаю. Но вот эти мне очень-очень нравятся. Еще хочу показать голубику, как раз здесь. В прошлом году я ее высаживала маленькими 2-летними саженцами. Саженцы заказывала из Белоруссии. В хозяйстве, где применяют агротехнику только органическое земледелие, пермакультурное земледелие. Мне в комментариях писали: ой, такие маленькие саженцы, будете еще 10 лет ждать урожая. Высаживала буквально вот такими 2-3 веточками, вот буквально, вот как есть. Я ставлю ссылку, как я высаживала их сюда. И смотрите, какие кустищи. Здесь 3 сорта. Отбила полностью посадочную яму от земли, заправляла. В общем, я ставлю ссылку, там подробно все я рассказываю, показываю, как высаживала их. Здесь сорта блюкроп, патриот. Еще какой-то сорт. Вот он. Листва. Смотрите, какая листва. Вся зелененькая. Листья не красные. Все как надо, понимаете? Потому что была хорошо сделана, заправлена посадочная яма. Вот он уже даже из земли дает росточки. Смотрите. Уже стебель одревеснел. Прирост очень хороший. Вот что значит правильно посажено. Здесь нет ни капельки этих минеральных удобрений, все на органике. Самое главное — заправить посадочную яму так, как надо. Вот еще один сорт. Смотрите, пульс какой. Все, конечно же, замульчировано. Здесь очень и очень толстый слой хвойного опада.
Благо, вот если копнуть, видите, все как влажненько. Голубика не должна пересохнуть, потому что если пересыхает корневая система, все. Или она будет у вас болеть, или будет болеть листва. Голубику-то сразу видно, если она неправильно посажена, неправильно подкормлена, все видно сразу по листве. Она или краснеет, появляются пятна и так далее. Вот в этом году, конечно, у меня нет ягод, это понятное дело, саженцы, получается, в этом году им 3 года, в следующем году 4 года будет. Вот как раз на 4-й год и голубика дает урожай. Я думаю, в следующем году, по крайней мере, сигнальная ягода точно будет. Вот так вот. За тыкву у меня спрашивали. Вот она, тыква растет. Такая уже. Вот тыква прям на досках лежит. Ну, в общем, там, с той стороны вон она, тыква, видите, зеленая. Еще, конечно, не готова, но я надеюсь на хорошую осень. И за полтора месяца она у меня вся нарастет. Голубика, я вообще довольна. В этом году я почву не подкисляла, потому что у меня посадочная яма отлично заложена органика, и подкисление она не нуждается. Я смотрю все по листве. Как только сигнал дает листва, что ей что-то не хватает, тогда нужно подкислять. А смысл лить кислоту, подкислять или что-то с ней вообще делать, если ей все достаточно? Все по мере требования растения. Вот так. В этом году первый раз выращивала пастернак. И смотрите, это 6-метровая грядка пастернак. Солнце садится, наверное, плохо видно. А вот с этой стороны будет хорошо. Ботва выше моего пояса. Это пастернак. Я уже выкапывала. Вот. Здесь у меня два сорта. Один такой длинноплодный. Прям плоды длинные-длинные. А есть более... такие, более круглый пастернак. Он тоже вытянутый, но не такой длинный. Такая замечательная вещь. Я уже его срывала, конечно, добавляла в рагу овощную. Слушайте, какая это замечательная вещь. Запах, просто изумительный запах. Ни с чем не сравнить. Вот. Насколько он ароматный, это просто нет слов. Первый раз выращиваю. Замечательно, просто замечательный корнеплод. Попробуйте, мне понравилось. И вот так как много, свежим я его, конечно, не смогу весь израсходовать, поэтому я решила его попробовать засушить в сушилке кубиками. День подходит к концу. А, еще момент, я вам не показала, чем обрабатывала розы от мучнистой росы. Такой препарат Топаз. Здесь направление именно работа с росой. Разбавила по инструкции, один раз побрызгала, вот нужно еще разок это сделать. Хвойные растения я обработала ракурсом. Здесь тоже список заболеваний по инструкции. Один раз сделала, нужно будет. И фофанов нова, это от тли. Потому что и на розах была тля, и на чебушнике. В общем, пришлось обработать. Знаете, конечно, я эти препараты не особо-то люблю. Все химия, понятное дело, но... нужно все-таки понимать, если в саду у вас вредители, болезни, сводящие к нулю просто и урожаи, и внешний вид растения, то нужны эффективные препараты. Никакие народные средства вам в этом не помогут. Сейчас такие заболевания, что никакие народные средства не возьмут. Это черенки фантом гортензия. Я черенковала. В амхе тоже хорошо получается. Нужно будет в горшочек посадить. А мне еще останется пролить клубнику, рассаду лаванды. В общем, еще работа есть у меня. Цветник мой радует меня каждый день. Все растет, распускается. Это не может не радовать моих глаз. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. И всем пока!